Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. 2 месяца назад жизнь Владимира Березина серьезно изменилась. Ведущий пережил серьезное потрясение, его сбила машина. В итоге мужчина отделался переломом ноги, однако с последствиями артист борется до сих пор. Сам Березин шутит, что репетирует старость, потому что большую часть времени он лежит и старается лишний раз не беспокоить ногу. Да и передвигаться самостоятельно пока еще сложно. Диктор рассказал, что в первые дни после аварии особенно страдал от сильных болей. Врачи прописали ему много лекарств, которые смогли облегчить ощущения. По словам Березина, авария разделила его жизнь на «до» и «после». «Я побывал на грани жизни и смерти, и реально почувствовал это состояние. Сомнительное удовольствие, скажу вам. До сих пор помню, когда открыл глаза, лежа на асфальте, обрадовался, что остался жив. Мог оказаться или калекой, или мертвецом», — поделился Владимир Андреевич с собеседником. Ведущий отметил, что перед аварией было много знаков, которым Березин изначально не придал значения. Например, ему пришлось возвращаться домой за деньгами, которые загадочно пропали из его кармана. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!